Предстоящие выборы – одна из тем, которая уже сегодня приковывает пристальное внимание средств массовой информации. В выборном процессе множество нюансов, а подготовка выборов – работа сложная и многоуровневая. У нас в гостях Татьяна Спирина, председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте. Итак, до выборов остается меньше 2 месяцев. Кого же мы будем выбирать в Ленинском районе? В Ленинском районе, как и по всей Московской области, мы будем выбирать губернатора Московской области. Выборы губернатора Московской области стартовали 7 июня. В настоящее время закончена регистрация всех кандидатов. Их будет 6. Это 6 кандидатов от партий. Информацию о них можно найти на сайте избирательной комиссии Московской области и в доступном интернете. В настоящее время территориальной избирательной комиссии уже началась активная работа по подготовке к проведению выборов губернатора. Скажите, а будет ли существовать система «мобильный избиратель», как это было на прошлых президентских выборах? Да, для нас ничего не изменилось. Точно так же эта система себя зарекомендовала очень хорошо. Она позволила многим жителям Московской области проголосовать там, где они будут находиться на момент голосования 9 сентября. А что это значит? Это значит, что если человек, наш избиратель, гражданин, собирается в день голосования находиться, допустим, в Нарфоминском районе, но зарегистрирован он у нас и проживает, может быть, в настоящий момент в Нарфоминском районе Московской области, либо в другом районе Московской области, он может обратиться в один из удобных для него пунктов приема заявлений. Это многофункциональные центры работают, которые по графику, по своему, как правило, с 8 до 8 вечера. Это портал государственных услуг в режиме круглосуточном, он принимает такие заявления, и территориальная избирательная комиссия. Территориальная избирательная комиссия Ленинского района будет точно так же работать, будет принимать заявления. И работа наша организована ежедневно с 16 часов до 20 часов в будние дни и с 10 часов до 14 часов в выходные и праздничные дни. Кроме того, с 29 августа будет работать участковые избирательные комиссии. Они точно так же, наравне с территориальными избирательными комиссиями, могут принимать и будут принимать такие заявления. 6 сентября по 8 сентября граждане могут обратиться теперь уже только по месту своего жительства исключительно и подать заявление специальное для открепления голосования по этому направлению по месту нахождения именно 9 сентября. Система очень удобная, позволяет быть мобильным, иметь возможность быть именно там, где ты хочешь. Известно, что на прошлых выборах многие избиратели не нашли себя в списках. Какая-то работа ведется в этом направлении? Да, действительно, очень большая проблема оказалась на выборах президента, что избиратели, жители, зарегистрированные на территории Ленинского района, не смогли найти себя в списках избирателей. Отчасти это связано с тем, что новые микрорайоны, когда образовывались и создавались, регистрация их проходила в управляющих компаниях. Они управляющей компании подавали документы, там был паспортный стол. И после того, как изменилась система регистрации, управляющие компании ненадлежащим образом передали сведения и информацию о избирателях и о жителях микрорайонов для регистрации в Федеральной миграционной службе. Из ФМС не все поступили достоверные списки и сведения, а именно из их источников мы формируем основные списки избирателей. Поэтому работа в настоящее время ведется. На выборах президента мы фиксировали таких избирателей, которые, несмотря на то, что зарегистрированы, не нашли себя в списках избирателей. Но в настоящее время я хочу обратиться точно так же и ко всем нашим жителям Ленинского района, кто обладает активным избирательным правом, для того, чтобы они уже сейчас, если себя не нашли в списках избирателей на выборах президента, обратились к нам в территориальную избирательную комиссию по этим вопросам ежедневно с 16 часов до 20 часов. И мы обязательно к выборам губернатора, к 9 сентября, восстановим их нарушенное право и включим их в основные списки избирателей. Ну, особое внимание уделяется маломобильным группам населения. Для них что будет сделано, чтобы они смогли полностью реализовать свое избирательное право?
для людей с ограниченными возможностями, для пенсионеров, которые уже плохо передвигаются и в силу возраста, либо инвалидности не могут прийти на голосование в участковую избирательную комиссию, для этого проводится работа по выездному голосованию. То есть любой гражданин, который желает проголосовать на дому, именно это категория инвалиды, это категория лиц, которые обездвижены, либо не являются еще инвалидами, но при этом находятся на излечении в домашних условиях, могут обратиться в территориальную избирательную комиссию, в участковую избирательную комиссию для того, чтобы к ним выехали на дом, получили у них такое заявление и, собственно говоря, дали им возможность проголосовать 9 сентября. Спасибо, что ответили так исчерпывающе на наши вопросы. Думаю, до 9 сентября мы не раз еще будем возвращаться, к этой теме. Спасибо, что пришли к нам на эфир. Спасибо большое. А я напомню, что мы беседовали с председателем территориальной избирательной комиссии Ленинского района Татьяной Спириной. К другим новостям.